Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и это первый ролик на эту тематику. Сегодня у нас обзор 1/16 Лиги Европы. У нас была Лига Чемпионов, именно групповой этап мы весь с вами отсматривали. Также будет совсем скоро у нас обзор 1/8 как Лиги Чемпионов, так и Лиги Европы уже, ну, вот только после 1/16. Так что приятного вам просмотра. Ну и начинается наш обзор, естественно, с матчей, которые, как и были по порядку в настоящей Лиге Европы. Начинается все с матча Брюгге против Манчестера Юнайтеда. Также мы не будем брать в этот обзор с вами матчи, которые заканчивались нулевой ничьей, так как во втором ответном матче мы все-таки увидим, что в предыдущих матчах все-таки была ничья. Ну и вот так вот Манчестер Юнайтед сразу же быстро выходит. Антони Марсиалис забивает замечательный гол. И это в плюс все-таки. Манчестер Юнайтед замечательно прошли групповой этап, которого не было у нас на канале, так как очень много нету команд, которые участвуют в Лиге Европы FIFA 20. Ну вот даже сейчас на стадии 1/16 мы пару там... Две, наверное, пары все-таки не отыгрывали, так как одной из команд не было в этой паре. Но Брюгге и Манчестер есть в FIFA, поэтому мы проводим именно этот матч. Ну и Брюгге проиграл с минимальным счетом 1-0. Первую встречу забил единственный гол Марсиаль. Ну и Манчестер действительно является главным кандидатом на то, чтобы завоевать трофей. Матч заканчивается, как я и сказал, 1-0. У нас ответный уже матч на Олд Траффорде. Ну и Манчестер принимает уже Брюгге. И вот так вот на хорошем таком расстоянии пробежал. Отдает замечательную передачу и Гринвуд замыкает. Это 2-0. 2-0 в серии, 1-0 в матче. Манчестер Юнайтед уверенно, можно так сказать, играет, забивает первые голы в двух своих первых матчах плей-оффа Лиги Европы. Ну и действительно, Манчестер Юнайтед собрал очень хорошую команду. Летние трансферы, также зимние, очень прям, друзья, помогли Манчестеру. Вот именно это точное попадание зимой в Бруно Фернандеса и в Игало было. Поэтому это все замечательно. Также Магуайр, замечательный центральный защитник, который выступает. Ван Бисака, почему бы и нет, тоже замечательно отоборонялись. И матч так и заканчивается. Второй. Снова минимальная победа МЮ. Они в 1/8 Лиги Европы у нас. Ну и два сухих матча у Давида Дехеи. Все, матч заканчивается. Мы переходим к следующей паре. Это украинская команда Шахтер из Донецка и Бенфика Португалия. Первый матч они играли все-таки в Украине. Ну и, как вы видите, заснеженный стадион, который, можно так сказать, не дал даже возможности привыкнуть португальской команде. И вот так вот Шахтер выходит вперед, забивая первый гол. Вообще Шахтер действительно очень хорошая команда. Если я ничего не путаю, то она попала в Лигу Европы из Лиги Чемпионов. Вот. Потому что Аталанта прошла и Манчестер Сити в плей-офф Лиги Чемпионов. Вот именно Шахтер попался на Бенфику, которая, между прочим, ну тоже, друзья, играла в Лиге Чемпионов в реальной жизни. Против в группе играла Лейпцига, Леона и Санкт-Петербургского Зенита. Ну вот, наверное, не было бы такой бы пары, потому что если бы Зенит бы попал бы в Лигу Европы, то украинские и российские команды, естественно, бы по разным, так сказать, сторонам баррикад сделали, чтобы они столкнулись. Если я не ошибаюсь, то российская и украинская команда может столкнуться только в финале. Ну и вот, замечательный удар, 76-я минута, Шахтер выходит вперед, дважды причем, 2-0, увеличивает отрыв благодаря голу Марлоса. Ну вот, Шахтер для нас пока что это первая команда в Лиге Европы в 1/16, которая вот так вот уверенно обыгрывает гостевую команду. Посмотрим, какие будут дальше у нас матчи. Они ничуть не хуже, друзья, действительно. Также мы попозже с вами посмотрим на, так сказать, теорию вероятности и сравним с теми командами, которые в реальной жизни вышли, потому что это еще у нас есть такая возможность, потому что 1/16 была все-таки в реальное время сыграна. Вот уже с 1/8 начались там проблемы. Так что мы посмотрим, сравним, и в процентах это тоже с вами посмотрим, как все-таки у нас здесь работает FIFA. Первый матч заканчивается у нас, Шахтер обыгрывает Бенфику со счетом 2-0. Мы перемещаемся уже в Португалию, ну и теперь уже Бенфике нужно отыгрываться. 2-0, в гостях проиграть. Вот такая вот несуразная оборона была сейчас у Шахтера, и выходит вперед Бенфика.
Бенфике, к сожалению, не удалось увеличить свое преимущество в этом матче. Сразу вам вот так вот говорю, пока тут мы сейчас будем отсматривать повторы этого забитого гола. Бенфика забила всего лишь этот единственный мяч в этом противостоянии. Счет 2-1 будет в пользу Шахтера. Шахтер проходит в 1/8 Лиги Европы. Вот так вот, друзья. Но это именно у нас. Не знаю, честно, не знаю, как в реальной жизни прошел ли Шахтер. Вроде как прошел. Вот. Сейчас даже посмотрю. Да, действительно, Шахтер прошел в реальной жизни. И в реальной жизни он попался на Вольфсбург. Так что, пока что у нас все совпадает. И Манчестер прошел Брюгге, и Шахтер прошел Бенфику. Так что, пока что все замечательно. У нас... Дальше у нас матч Клуж против Севильи. Первый матч, естественно, мы отсматривать не будем, так как он у нас вот завершился в ничью 0-0. Мы сразу смотрим ответную игру. Она уже была вот в Испании. И на последних самых, друзья, минутах вот этого двухматчевого противостояния посмотрите, как сыграл здесь Торрес. Все, 1-0, болельщики действительно ликуют. Ведь это был очень важный гол для Севильи. Она в реальном все-таки в футболе тоже прошла, между прочим, Клуж. По счету не знаю как, но в 1/8 она встретится против Ромы. Вот, если все-таки сезон будет доигран. Так что единственный гол в противостоянии Севилья-Клуж приносит победу. Вот этот гол Торреса. Ну и Севилью мы поздравляем с нашим именно проходом в 1/8. Матч, естественно, заканчивается. Мы перемещаемся к следующему матчу. Это Айнтрахт против РБ Зальцбург. Айнтрахт хорошая команда, действительно, в прошлом сезоне она дошла, если я не ошибаюсь, до полуфинала Лиги Европы. Зальцбург в этом сезоне попали вроде в Лиге Чемпионов, они играли действительно в группе Наполи, Ливерпуль и Генк. Вот Зальцбург занял третью строчку, и вот так вот Зальцбург, команда, от которой ничего не ожидали, но она попала вверх в Лигу Европы, попала на Айнтрахт, серьезную немецкую команду, и забивает Зальцбург на выезде. Если я ничего не путаю, то действительно, нет, путаю. Манчестер Юнайтед первая команда, которая вот забила на выезде. Но вот тут вот Зальцбург тоже так огрызнулись, забили Айнтрахту, это единственный гол в этом матче. Зальцбург забирает 3 очка, можно так сказать, ну, выездную победу уж точно. Из Зальцбурга ушел замечательный игрок Эрлинг Холланд, который перешел в Дортмундскую Боруссию, хотя его все ждали в Манчестер Юнайтед, потому что там все-таки норвежец, там и тренер норвежец, естественно, Сульшер, который с ним раньше работал. И вот такое забивает еще и гол у нас РБ. Зальцбург уже дома у себя, это уже мы смотрим ответную игру. 2-0 пока что в серии, РБ замечательно выступает. Ну а Айнтрахту нужно собраться, потому что, ну, даже дойдя до полуфинала в прошлом сезоне, они вот так вот несуразно играют. В реальном все-таки футболе Айнтрахт прошел, между прочим, дальше. Прошел это противостояние против Зальцбурга. Ну и в реальной жизни они в 1/8. У нас же пока что 2-0 благодаря Берише в серии у нас. Ну и в матче, естественно, они тоже повели сейчас Зальцбург. Вот. Эрлинг Холланд, все так же про него мы будем говорить. Все ждали его в Манчестере, он перешел в Боруссию, там замечательно он раскрылся, поэтому... Думаю, 2-3 сезона ему не повредят для карьеры поиграть еще в Германии, а потом уже можно вот решать. И вот так вот Айнтрахт сравнивает счет, но это, друзья, все-таки не хватает немецкой команде, чтобы пройти именно у нас в 1/8 Лиги Европы. К сожалению, Айнтрахт у нас вылетает со счетом 2-1 от Зальцбурга в общей сумме встреч. Этот матч заканчивается в ничью 1-1. Команды действительно очень интересные, даже без Холланда, потом еще и... Был какой-то азиатский футболист из тоже Зальцбурга, который перешел в Ливерпуль. Правый полузащитник, если я ничего не путаю. Ну и вот, Франкфурт забивает. Но этот гол ничего практически не решает. Забил Гасинович. Но действительно, счет 1-1 они сделали. Не проиграли, друзья, все-таки на выезде, но проиграли дома 1-0. Мы смотрим ответную, сейчас будем смотреть ответную игру матча противостояния Копенгаген-Селтик. Но только уже Селтик-Копенгаген, так как первый матч в Дании завершился со счетом 0-0. Поэтому сейчас мы уже смотрим ответную игру в Шотландии. И здесь уже Селтик замечательно вот здесь вот проводит свою атаку в концовке первого тайма и выходит сразу же вперед. В реальной все-таки встрече Копенгаген проходит Селтик. Не знаю, с каким счетом, но вот в 1/8 в реальное время он будет играть с Истанбулом
который уже они там, кстати, первый матч в реальной жизни-то сыграли. Ну вот так вот, Celtic забивают дома уверенно, на опыте, на классе, можно сказать. Celtic действительно очень классная команда, мало, конечно, конкуренции у них в чемпионате Шотландии. Есть вот Rangers, ну и все, мне кажется, больше таких прям команд известных нету в Шотландии. Celtic и Rangers. Rangers, кстати, тоже вот чуть попозже у нас будет в 1-16 лиге Европы. 1-0, все замечательно, но Celtic'у это было мало. Во втором тайме, за 15 минут там практически до конца, все замечательно было сделано. И Celtic обыгрывает Копенгаген со счетом 2-0. Так и закончится матч у нас. 2-0. Уверена действительно победа Celtic'а. И именно эта победа им приносит выход в 1-8 лиги Европы. Действительно, у нас очень интересно смотреть Лигу Европы, мне, как любителю футбола. Все-таки, наверное, даже не групповой этап, хотя там можно пару матчей посмотреть, именно топовых команд, как играют, например, Манчестер Юнайтед играл на групповом этапе, как Арсенал играл. Именно ротируя состав свой, выпуская молодых игроков, и иногда это даже приносило свои определенные плоды. Матч на этом заканчивается, Celtic Копенгаген. Мы перемещаемся теперь уже в Турцию, так как матч Спортинг Башакшахир, который был первый, закончился нулевой ничьей. Сейчас мы уже сразу смотрим игру в Турции, и вот Башакшахир выходит вперед. Сразу вам говорю, это был единственный гол в этом противостоянии. Башакшахир как раз проходит в 1-8 Лиги Европы, как и у нас, так и в реальной жизни. В реальной жизни вот они встретятся с Копенгагеном. Мы чуть попозже, мы действительно все матчи, которые в реальное время, мы их с вами, друзья, и симулируем. Свои матчи мы здесь не делаем, как у нас вот вышли. Нет, мы все это забываем, заново с чистого листа. Вот, даже если у нас на групповом этапе Ливерпуль там не прошел даже в Лигу Европы, то у нас Ливерпуль будет играть в 1-8 Лиги Чемпионов, так как в реальной жизни это все-таки было. Мы просто смотрели, симулировали матчи ради результата. Это был единственный матч. Мы переместимся сейчас чуть попозже к противостоянию испанской команды против голландской, которая в прошлом сезоне пошумела в Лиге Чемпионов. Это противостояние Хетафе-Аякс. Аякс попали по итогам, ну, группового этапа Лиги Чемпионов в Лигу Европы и встречается как раз против Хетафе. Первый матч в Испании завершился со счетом 0-0, поэтому все решалось на Амстердам-арене, и Аякс забивает снова, ну, практически как в предыдущем противостоянии Башакшахира и Спортинга. Аякс забивает единственный гол, благодаря которому они и выигрывают это противостояние. Так, ну а у нас, если я ничего не путаю, да, Аякс уже в 1-16 даже Лиги Европы в реальное время вылетает от Хетафе. И встретится Хетафе в реальной жизни у нас с миланским Интером, который, ну тоже, Интер хорошая, друзья, действительно, команда. Она у нас, если я ничего не путаю, не будет сегодня в 1-16 Лиги Европы, так как против какой-то, значит, нелицензионной команды, ну не обязательно нелицензионной, которой просто нет в FIFA 20 попалось. Так что в 1-8 Лиги Европы уже я как вроде смотрю, все команды у нас есть, так что полные будем отыгрывать мы матчи, отсматривать точнее. Рома-Генту, это уже следующее у нас противостояние, домашний матч, это первая игра, второй игры не будет, так как она со счетом 0-0 завершится, мы отсматриваем именно первую игру, и вот так вот на последних минутах первой встречи Рома выходит вперед, и снова, друзья, это единственный гол в этом противостоянии, Рома выходит дальше. В реальной жизни Рома тоже вышла в противостоянии против Гента. Попались они в 1-8 в реальное время на Севилью. Вот, ну и все. Так что вторая игра уже для Гента и Рома была просто формальностью. И они тут сыграли в ничью 0-0. Сразу же перехожу я плавно к следующему противостоянию. Это как раз снова шотландская команда против португальской. Была сегодня у нас уже недавно португальская команда Спортинг, которые у нас не прошли, да и в реальной жизни. Рейнджерс против Браги. Первый матч Шотландии завершился со счетом 0-0. Так что мы сразу с вами быстренько перемещаемся в Португалию после финального, так сказать, свистка в матче Рома-Гент. Ну, как я, друзья, и говорил, мы уже в Португалии, Брага Рейнджерс. А здесь
В реальной жизни все-таки Рейнджерс прошли Брагу и в 1-8 попались на Леверкузинский Байер из Лиги Чемпионов, который, кстати, попали в раунд 1-16 Лиги Европы. Вот здесь Брага выходит вперед и снова, друзья, это единственный мяч в этом противостоянии Брага забивает. Дальше мне вот этот матч, наверное, вот больше всех понравился из именно этого противостояния. Наверное, самый забивной, можно так сказать. Хотя нет, самый забивной у нас будет чуть попозже. Но это тоже очень интересный матч. Вулверхэмптон против Эспаньола. Здесь мы будем отсматривать обе игры. Так как вы понимаете, в каждой игре, значит, был забит гол. Так у нас очень редко было, когда в каждом матче были забиты мячи. Но также у нас есть, друзья, матчи, в которых не было вообще забито ни одного мяча. Чуть попозже мы к ним все-таки перейдем. Мы с вами в Англии, замечательный стадион Вулверхэмптона. Мы готовы, болельщики тоже, и Вулверхэмптон — это серьезная команда, которая не так недавно попала в премьер-лигу, 2 вроде сезона назад или 3, что-то такое, и сразу же стали скупать португальских друзей игроков. Это действительно очень круто было, когда Руй Патрисио, Рубен Невис перешли в состав Жоа Маутиньо. Так что очень много классных футболистов. Сейчас вот Рауль Хименес, вроде так его зовут, нападающий Вулверхэмптона, за собой просто тянет клубы: Барса, Реал, Манчестер Юнайтед. Они действительно следят за ним. Там и Бавария вроде даже где-то готова была подписывать его. Вот. Так что все замечательно идет у Вулверхэмптона. Очень классные футболисты. И вот он, пока что первый гол Вулверхэмптона на стадии 1-16 Лиги Европы. Мне эта команда сразу понравилась, еще даже с жеребьевки, так сказать, Лиги Европы, потому что я верил, что эта команда многого добьется. И она добьется действительно... Забьет сейчас еще и второй мяч. Вот он в концовке уже матча. И вот так, все. 2-0, друзья. И Вулверхэмптон с уверенной домашней победой, можно так сказать, выходит на ответную игру, но уже в Испании, в Барселоне против Эспаньола. В реальной жизни Вулверхэмптон прошел Эспаньол. Вот, и попались на Олимпиакос на стадии 1-8 Лиги Европы. Замечательная здесь подача была. Все супер. Ну и Вулверхэмптон будет играть ответную игру, но уже с хорошим таким преимуществом. Все-таки Эспаньол, если я не ошибаюсь, они играли вроде против ЦСКА на групповом этапе. Так что могли мы с вами увидеть Вулверхэмптон ЦСКА, например. Это было бы замечательно. А Рауль Хименес, как раз про которого мы с вами недавно говорили, забивает и здесь, не только в АПЛ, но и в Лиге Европы. Все, матч заканчивается со счетом 2-0, и мы перемещаемся плавно к ответной игре Эспаньол-Вулверхэмптон. Ну и замечательная игра Вулверхэмптона из Англии перемещается на стадион в Испанию, и здесь снова забивает, уже даже на 4-й минуте, друзья, в гостях, Вулверхэмптон забивает первыми. Замечательно все было, атака Диого Джота, игрока, которого я действительно знаю, кто в курсе, тот в курсе, это наш, так сказать, напарник, сокомандник, наверное, товарищ, по Наполи был в карьере за игрока. Вот тогда мы с ним вместе выступали за Наполи, но потом я не знаю, куда он делся, ух, еще и между ног, друзья, забивает Диого Джота, ну это замечательно. Не знаю, куда дальше там пошел путь Диоги Джоты наш, мы, естественно, все знаем. Но не будем дальше говорить, может, кто-то еще даже и не смотрел. Так что обязательно переходите на канал, смотрите карьеру за игрока. Там уже все очень интересно, прям на завораживающих стадиях карьера у нас идет. Ну и вот так вот еще и в концовке первого тайма, можно так сказать, сразу же такого вот углового, Вулверхэмптон забивает второй мяч в матч, четвертый мяч в серии. Дохерти, замечательный футболист, ирландский, если не ошибаюсь, Мэтт Дохерти. Может, неправильно даже фамилию его читаю, но все его знают. Правый защитник, замечательно выступает за Вулверхэмптон. Еще и вот с такого вот добивания замечательно сыграл. Довел счет до разгромного в противостоянии, 4-0. И тут снова тоже между ног защитнику пробивает. 4-0. С таким счетом в общей сумме выходит дальше Вулверхэмптон. А дальше у нас игра голландского АЗ против, если не ошибаюсь, австрийского ЛАСКа. И первая, друзья, и вторая игра завершились в ничью со счетом 0-0. Так что мы с вами плавно переместимся к послематчевой серии пенальти. Играть, естественно, будут они в Австрии. И вот ЛАСК против АЗ. Первый удар и отбивает у
Ласка. Ну, АЗ здесь уверенно. Все-таки АЗ это хорошая команда. Играла не так давно на групповой стадии Лиги Европы против Санкт-Петербургского Зенита. Но вот и ЛАСК сравнивает счет 1-1. АЗ. Ну и АЗ два подряд. Это замечательный результат. Мы продолжаем следить за событиями. Ну и ЛАСК после своего пропущенного все-таки забивают тоже два подряд сейчас. А вот они пошли, ошибки у АЗ. Вроде были на коне, но сейчас лежат на дне. И уже все. АЗ, промахнувшись прошлым ударом, делает счет 3-2. И вот здесь еще и голкипер спасает у ЛАСКа. Последний решающий удар. Ну и, естественно, ЛАСК забивает. 4-2, друзья, по пенальти. ЛАСК выходит дальше. Ну и в реальной жизни тоже ЛАСК прошел это противостояние против АЗ. Но попали, правда, в 1-8 на Манчестер Юнайтед. Мы перемещаемся к следующему уже противостоянию. Здесь Вольфсбург против Мальмё. Или, ну да, шведский клуб против немецкого. Интересно будет посмотреть. Первый матч закончился счетом 0-0. Поэтому мы перемещаемся уже к ответной игре, которая проходит в Швеции. Мальмё принимает Вольфсбург. Тоже будет интересно посмотреть. Вольфсбург хорошая действительно команда, которая, ну, один из кандидатов на завоевание Лиги Европы уж точно. Ответная игра. Первый завершился, как вы видите, в ничью 0-0. И вот здесь мне очень этот гол понравился. Ушел куда защитник, непонятно. Ну и Вехорст забивает единственный гол в этом противостоянии. Очень у нас много таких матчей, где один гол все вот и решил. Вольфсбург выигрывает со счетом 1-0 на выезде. Благодаря этому они выходят дальше, как и в реальной жизни. Они тоже прошли это противостояние против Мальмё и сыграют в 1-8 против донецкого Шахтера. Дальше у нас действительно уже более-менее игры интересные. Там у нас две, даже три, можно сказать, интересные команды из четырех. Это будет просто замечательно. Байер против Порту, немецкая команда Ливеркузен, которая прошла из Лиги Чемпионов в Лигу Европы, заняв третью строчку в группе с Ювентусом, Атлетико, Локомотивом. Локомотив вылетел из этой группы, да и вообще из Еврокубков, поэтому Атлетико даже выбили уже Ливерпуль на стадии 1-8. И поэтому у нас игра сразу же домашняя, в первой же игре, значит, хорошо себя показал либо Байер, либо Порту. Но мы смотрим. Замечательный момент, и сразу же Кай Хаверц, это тоже очень легендарный, мне кажется, игрок. За ним будут следить все топы, да и за ним, мне кажется, сейчас смотрят, потому что у нас вот он с капитанской повязкой. Мы отсматривали 6 матчей, если ничего не путаю, 6 матчей Байера на стадии группового этапа Лиги Чемпионов. Можете также посмотреть на канале, есть обзор каждого, друзья, тура Лиги Чемпионов на канале. И вот так вот выходит вперед Байер дома, Кай Хаверц, игрок, который, ну, тоже вот можно и в Баварию перейти, и в Боруссию, но мне кажется, в Боруссию не стоит, и в Баварию тоже. Здесь уже нужно, наверное, все-таки, кажется, менять, друзья, чемпионат. Кай Хаверц уже действительно перерос Бундеслигу. Вот не Марк Каройс, конечно, уровень, но мне кажется, в будущем он может повторить такие вот результаты, как у легендарного стеклянного немца. Ну и мы продолжаем. Все тот же еще и матч Байер-Порту. Пока что Байер ведет 1-0. Ну и вот здесь забивает Байер уже и второй. Два мяча подряд пропускает Порту в гостях. Замечательный гол забил Байер. И все. Сразу же вам говорю, Байер проходит дальше, естественно, в нашем противостоянии. 2-0. Столько именно голов было забито в двухматчевом противостоянии. Ответной игры не будет, так как в Португалии они сыграли в ничью со счетом 0-0. Мы плавно, друзья, с вами перемещаемся уже к игре в Греции, если я ничего не путаю, Олимпиакос против Арсенала. Это последнее противостояние на сегодняшний с вами, друзья, выпуск. Но мы отсмотрим именно два матча с вами, друзья. Очень, мне кажется, но это самый забивной матч. 6 мячей в двухматчевом противостоянии было забито этими командами. Так что в реальной жизни, кстати, Арсенал-то вылетел именно от Олимпиакоса. Посмотрим, как у нас все сложится. Ну и, как видите, счет 2-0 на табло. И Байер в 1-8 Лиги Европы. Олимпиакос против Арсенала. Команда грозная, Арсенал. Второй сезон, если не ошибаюсь, попадает в Лигу Европы. Первый. В прошлом году они попали в финал, но оттуда проиграли все-таки лондонскому Челси. Ну и здесь вот Арсенал забивает уже на первых минутах. Александр Лякозет выводит вперед команду.
Сразу вам такой спойлер скажу. Этот матч, мне кажется, он действительно стал выдающимся у Ля Казетта. За этот матч он получил оценку 9,4 и благодаря этому стал лучшим игроком на стадии 1/16 Лиги Европы. Это только первый гол Арсенала в этом матче. Так что мы будем следить дальше за событиями, действительно, и Александр Лаказет. Если не ошибаюсь, то он лучший бомбардир сейчас Арсенала, один из лучших вот в истории. Ну а мы смотрим, как продолжается доминирование здесь уже Арсенала, и забивает Лаказет второй мяч. Дубль в сегодняшнем матче. Всего в этом матче было забито 3 мяча. Сейчас мы дождемся празднования Александра Лаказета и увидим с вами третий мяч Арсенала в этом матче, и забил его, если не ошибаюсь, Абумиянг. Ну, а сейчас мы это с вами увидим. Ответная игра мне уже намного более понравилась. Здесь действительно дома Олимпиакос ужасно отыграл. Все-таки Арсенал, наверное, вышел с таким настроем, что нужно им повторять и, так сказать, усовершенствовать предыдущее свое достижение в прошлом году. Они вышли в финал, но не выиграли Лигу Европы. В этом году они намерены, скорее всего, выиграть, но уже не в реальной жизни, так как они уже вылетели в 1/16. Все тот же, если я не ошибаюсь, да. Первый тайм, концовка только уже. И вот так вот замечательно Абумиянг забивает. 3-0, друзья. И все супер. Естественно, сальто от Пьера Эмерика Абумиянга, который с капитанской повязкой выступает за Арсенал. Ответная игра мне более действительно понравилось, но, наверное, не со стороны болельщиков Арсенала это будет сказано. Сейчас мы все с вами увидим. Ну а в реальной жизни, напомню, прошел Олимпиакос, и он, мы заканчиваем, так сказать, этими матчами Арсенал. Во-первых, потому что мы знаем, что не будет Арсенала в 1/8 Лиги Европы у нас. В реальной жизни прошел Олимпиакос, это противостояние, и встретятся они снова против английской команды в 1/8 Лиги Европы против Вулверхэмптона уже. Ну и все, свисток арбитра, 3-0, Арсенал побеждает на выезде, и мы ждем домашнюю игру на Emirates Stadium. Замечательный стадион, на котором выступал Андрей Аршавин. Но мы все помним, наверное, не по Эмирейтс Андрея Аршавина, а по Энфилду. И вот так вот Олимпиакос уже в первом тайме забивает выездной свой мяч. Им надо забивать действительно 3 мяча, друзья, было, чтобы сравниваться. Но забьет Арсенал 1, надо Олимпиакосу забивать уж точно будет еще. 1-0 повел Олимпиакос именно в сегодняшнем матче, 3-1 в серии. И вот именно здесь уже начал проявлять характер Олимпиакос. Я не знаю, что сказал им тренер, что сказал руководство игрокам, что они так завелись. И пошли обыгрывать Арсенал. И практически у них это получилось. 1-0 выходит вперед Олимпиакос. Но дальше будет все, друзья, намного интереснее. Если кто-то думал, что со счетом 1-0 закончится это противостояние, то нет. Пока что на счет получается 3-1. А еще 2 мяча у нас. И буквально после этого гола прошло пару минут. Олимпиакос побежал дальше, пробил и забивает 2 мяча, друзья. Олимпиакос выигрывает у Арсенала на выезде со счетом 2-0. Забил Матвей Волбуйна, игрок в России многим знаком по игре за московское Динамо. Ну и вот болельщики Олимпиакоса не зря, которые приехали в Лондон на этот матч, чтобы увидеть, как, может быть, камбэкнет их Олимпиакос. Но 2-0, 3-2 в серии. Осталось всего лишь забить, друзья, Олимпиакоса один мяч. И они будут на равных сейчас играть именно с Арсеналом. Забьют еще 2. Будут уже вести с 4 забитыми мячами на выезде. Но забили бы хотя бы они, друзья, один гол дома, было бы все, мне кажется, намного легче. Ну и здесь, так сказать, под концовку матча проснулся уже и Арсенал. Наверное, устали игроки Олимпиакоса. И прострел, удар и гол Абумиянга. Забивает Абумиянг, и счет в матче 1-2, 4-2 в серии. И Олимпиакос вылетает, к сожалению, у нас в 1/16 Лиги Европы. В реальной жизни они все-таки прошли. Там было и дополнительное время, потом в дополнительное время пропустил Арсенал от Олимпиакоса, но и голы в гостях сказали свое.
В общей, друзья, сумме я посчитал те команды, которые прошли в реальной жизни и не прошли. И у нас совпало 64, друзья, процента по тому, как все-таки у нас сложилось. Так что, ну, больше 50% это уже, друзья, все-таки радует. 64 тоже неплохо. Ну и все. Противостояние заканчивается. Заканчивается наш обзор Лиги Европы. 1-16 именно. Ну и сейчас мы также с вами будем подводить итоги команды 1-16 Лиги Европы. Вот она команда. 11 футболистов, которые лучше на своих позициях показали себя в 1-16 Лиге Европы. Ну и, как я и говорил, Александр Лаказет является лучшим игроком на стадии 1-16 Лиги Европы, заработал оценку 9,2. Ну что ж, друзья, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, подписывайтесь также на мой инстаграм, на группу ВКонтакте, ссылка есть в описании. Совсем скоро будет уже 1/8 Лиги Европы, а 1/8 Лиги Чемпионов, так что следите за нашим каналом. С вами был Андрей, канал Футбол – это жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания.